Четвертая международная научная конференция о проблемах социализации в современном обществе состоялась накануне 19 мая в Далевском университете. Я имею честь и я рад тому, что мы постарались продолжить ваше детище, гуманитарное образование, социологическое образование, профессиональную социологию. И в этом плане ваш авторитет неоспорим. Я хочу подчеркнуть о том, что еще до 2014 года вы, хочу напомнить всем, олицетворяли еще и российский вектор в социальном и социологическом анализе, который был альтернативен мейнстриму тогдашнему, проукраинскому и так далее. Вы имели гражданское, человеческое мужество. И поэтому, прежде всего, для меня вы будете ассоциироваться как человек огромного гражданского мужества. В обществе, где происходит переоценка ценностей и смена моральных ориентиров, очень важно сохранять способность к общению и адаптации в новых условиях. Ряд путей решения проблем социализации в современном мире, а также другие сопутствующие темы были затронуты на конференции. Кроме того, профессорско-преподавательским составом из Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина была рассмотрена основная базовая мотивация по формированию восприятия у населения с использованием средств массовой информации. И для них само слово денацификация означает обезличивание. Конечно, даже те, которые против нацистского режима, против украинского режима, они будут готовы всегда до последнего отстаивать даже не свои интересы, но лишь бы защитить свое «я» в отношении того, что они думают, что придем мы, дадим им порядковый номер, и они будут всего лишь номером в истории. Ни больше, ни меньше. Хотя они не понимают того, что они уже при нацистском режиме, они уже с номером, они уже обезличены. Но я думаю, что вместе с нашими коллегами, потому что опыт у нас огромный, и наш потенциал, и, конечно же, российский потенциал вообще не сравним. В рамках проведения конференции Андрей Юрьевич Лустенко, министр образования и науки Луганской Народной Республики, вручил диплом почетного профессора Луганского государственного университета имени Владимира Даля Борису Григорьевичу Нагорному, профессору кафедры социологии и социальных технологий Далевского университета. Во-первых, я всех поздравляю со столетием пионерской организации. Когда-то это было случайно, теперь это стало закономерно, что мы проводим конференцию по социализации в День пионерии. Здесь, я думаю, процентов 90 были пионерами, за исключением наших уважаемых студентов. Поэтому это было, я думаю, никто не будет плевать в прошлое и считает это самым лучшим временем для себя, самым прекрасным, самым чистым, самым искренним. Поэтому я всех от всей души поздравляю, а в первую очередь я поздравляю человека, который стоял у истоков гуманитарного образования в нашем университете, первого декана гуманитарного факультета, тогда еще восточно-украинского, наверное, да, университета, еще и даже Дали, наверное, по-моему, насколько я помню, не было, вот, Бориса Григорьевича Нагорного. Обмен опытом, развитие широкой сети контактов с коллегами из Российской Федерации и других государств позволяет профессорско-преподавательскому составу Далевского университета работать на самом высоком уровне, рассматривая все стороны проблемы и находя решения, соответствующие современным условиям.